как по-быстрому пропылесосить компьютер. Смотрите, такой простой совет дурацкий. Надо вот такую коробочку, если вы ее... Это коробочка от процессора Intel. Если у вас есть процессор Intel, то вот упаковка от него. Ну или склеить. Выбирается HEPA-фильтр. Сюда по размеру она идеально подходит. О. Или склеить такую же, без проблем. Тогда вставляется шланг отсюда. Сюда вставляется. И вперед с песнями. Ну что, этот оказался достаточно чистый компьютер, кстати. Бывает в 100 раз хуже. Но он чистый. Можно, конечно, и процессор, ой, этим компрессором, но это маленько другая история. Конечно, лучше все это производить на улице, потому что, сами понимаете, если пыли будет много, дома потом придется генеральную уборку делать. Ну и компрессор, если там сильно много атмосфер, 6 каких-нибудь, посмотрите, детали не погните, лопатки не обломайте, вентилятор. В общем, компрессор для этих целей не очень хорошая штука. Всем удачи, всем пока, увидимся.